У Гомельском державном университете имени Франциска Скорины проходят международные олимпиады по основах психологии и педагогики для студентов и наученцев. Больше за 400 удельников представляют ВНУ Беларуси и Российской Федерации. Так само школы, колледжи, гимназии и лицеи. Усяго у международным залику удельничали 50 команд. Все летнее споборництво просветили теме «Особа и штучный интеллект». Выпробование поделили на теоретичные, креативные и практичные этапы. Наученцы, которые поспехово переодолели все три, отримали свои узнагороды сегодня. Уладальниками первых мест у залежности от номинации стали 6 команд. Сирот студентов переможцев вызначить завтра. Для их олимпиада проходила у 3 группах. Психологичный профиль представляли будущие психологи, педагогичный объединял наставников-предметников, педагогов дошкольного и специального навушания. У 3 группе проверить свои веды по основах психологии пропоновали будущим юристам, экономистам и инженерам. Это новое знакомство, это опыт, это практика, это творчество, это креатив, это активность. На последнем этапе мы делали видео, вот, очень такое креативное, творческое. Вот. На самом деле у нас было не очень много времени, но мы справились достойно, и мы думаем, что мы сможем победить. В этом году тематика олимпиады связана с личностью и искусственным интеллектом, поэтому все задания связаны именно с этой темой. Безусловно, сейчас наука, общество развивается именно в сфере компьютеризации, информатизации, искусственного интеллекта, и будущее, безусловно, будет за этой сферой.